Смертельное ДТП на южной дороге. Один человек погиб, еще 10 пострадали. Среди них трое детей. Столкновение произошло в районе поселка Лески. Автомобиль «Славута», который двигался в направлении южного, начал поворачивать налево. В результате произошло столкновение с микроавтобусом Volkswagen, который двигался во встречном направлении. В результате бус протаранил легковушку в левую дверь. «Славута» врезалась в столб, пассажирский микроавтобус слетел в кювет и уперся в дерево. Для помощи пострадавшим в ДТП понадобилось 5 машин скорой помощи. Серед травмованих також є діти, пасажири автомобілю ЗАЗ у віці від 4 до 13 років. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.